Ну что, Михаил Николаевич, как кот вокруг молока ходите, ходите, а к сути так не подойдете. Ну что, у нашего генерального секретаря власти стало больше, чем нужно, так это и ежу понятно. Ну что поделаешь-то? Сменить такого генерального секретаря. Так пробовали. В 34-м году на съезде не получилось. А вы вспомните, чем это закончилось для ваших товарищей Кирова и Куйбышева? Ну что ж, значит, другими методами надо действовать. О, куда хватили-то? Уж не военными ли? Хотя бы. Михаил Иванович, неужели вы забыли ваши собственные слова, что Сталин заведет нас в канаву? Вы уже 10 лет назад знали, чем все закончится. Почему же теперь, когда я предлагаю вам присоединиться к людям, готовым на самые решительные шаги, вы струсили? Я не трус, Михаил Николаевич. Я в 21-м году один без охраны пожаловал кронштадтским матросам. А вы сами знаете, что это была за публика. Так что в трусти меня упрекать не надо. Ну что ж. Что? Раз о трусости речи нет, тогда позвольте вас ознакомить вот с этим. Что это? Бедная девочка. А ведь это был несчастный случай, Михаил Николаевич. И как это у вас называется у военных? Психическая атака. Думали, увидит Калинины лапки кверху. Не ерничайте, Михаил Иванович. Подумайте лучше, как Сталин отнесется к этим документам. Если они лягут к нему на стол, конечно. Дорогой Михаил Николаевич, ну если вам про них стало известно, то Сталин-то и подавно. И если он не дал ходу этому делу, то... Вы меня не поняли. Эти материалы лягут к нему на стол вместе с донесениями агентов НКВД, что вы продолжаете высказывать недовольство его руководством. И рекомендация органов будет судить вас за обычную уголовщину. Ну, что может быть более мерзким зрелищем, чем похотливый старик на скамье подсудимых? Помните, как Янукидзе недавно выводили из состава ЦК и исключали из партии за бытовое разложение? Тоже любил балерин, но не убивал молоденьких девочек, поэтому смерть не пал. Я понял вас. Я вас понял.